В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день в городском округе отремонтировали свыше 742 подъездов, а это почти 60% от общего объема. Накануне представители администрации провели приемку работ в одном из многоквартирных домов города. Так победили, мы довольны. Краску сами выбирали. Выбирали, Жильцы дома на Пионерской улице ремонтом своих подъездов довольны полностью. Хвалят и работу местной управляющей компании. Я могу сказать, что ремонт работы произведен на высшем уровне. Все очень качественно, с большим нашими пожеланиями и нашим удовлетворением. Всего на Пионерской улице отремонтировано два дома. Второе дыхание здесь открылось у 8 подъездов. Покраска стен, замена осветительных приборов, плитки входной группы и тамбурных дверей. Все эти работы выполнила местная управляющая компания в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд». За ходом ремонта пристально следят представители Люберецкой администрации. В данный момент мы прошли 5 адресов. Вот жители на некоторых адресах положительно отнеслись и как бы поддерживают ту идею, которая была по ремонту подъездов, вносят свои коррективы и в дальнейшем самые важные вопросы следят. В двух подъездах были маленькие недочеты жителей. Управляющая компания их устранит до конца недели. Во время приемки работ по ремонту подъездов одна из местных жительниц пожаловалась на слишком большую тень, которую создают клены перед ее домом. По словам женщины, это мешает ей выращивать под окнами растения. А что хотите посадить? Хочу, может, розы я выращивать. А как я их выращу, давайте когда у меня темнота? Темнота, не расти не будут. Давайте попробуем вместе посадим. Ну, ради бога, только убирать, чтобы... Давайте договоримся. Светло было. Я понял. Давайте договоримся, когда мы с вами посадим. Я приеду к вам с розами. И мы с вами посадим. Вот для того, чтобы любой день. Ваши окна до 5 вечера я абсолютно свободна. Ну, давайте договоримся сразу. Когда? На следующей неделе готовы? Готово. Всего в рамках программы «Мой подъезд» к концу года планируется отремонтировать 1298 подъездов. Это четвертая часть всех подъездов, расположенных на территории округа. На реализацию проекта выделяется более 280 миллионов рублей. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.